Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала, в котором идет игра в настольную цивилизацию. Вау, классно, обалдеть просто. Но если вы не видели первую серию, то все таки рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании к этому видеоролику есть. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Полейте за меня. Так, фаза старта, тебе передержу тоже. Да, он про меня фаза старта. Так, я инвестирую еще одну монетку. И, ну ладно, просто положу ее сюда. У меня теперь милитари комплекс дает плюс 4 силы. Все, я теперь хотя бы хоть немножко не боюсь. Да, положи нормально. Так, я, наверное, сменю. Чтобы было красивее. Ничего не буду менять. А, да, я скидывал эту торговлю. Все скинули торговлю? До двоечки. У меня было две монеты, теперь одна. А, да. Вань, ты скинул торговлю? Вань, скинь торговлю. Только сейчас гри. У меня воды много, кому отлить? Все, я закончил фазу старта. Хорошо, моя фаза старта. Я строю фишку. Это армия. Так. И еще фаза старта. Почему ты в фазе старта строишь? Ну, у меня висящие сады, и тут сказано в фазе старта бесплатно создайте фишку. Она входит в игру в квадрате с висящими садами. Вот. Классная штука. Так. У меня все. Ну, мне в фазе старта делать нечего. Похоже. Я, Леха, на себя нападать не буду. Я инвещу. А что ты инвестишь? Ну, так понятно, ты пойдешь брать культуру. Ну, я не знаю. Ну, мы посмотрим, что будет делать Ваня. Если Ваня пойдет за хижину, то это за Ваня. Ты первый пойдешь. А. Ваня заинвестил в культуру. Это, короче, за 3 хода сейчас победа у него будет, смотрите. Вангую. Просто слушайте, пацана, когда он будет от тебя идти подозрение. Так ты понимаешь, что вы друг на друга будете перегонять вот это вот превосходство? У вас же обоих эти врожденные способности. Что один, что второй. Ладно, все, стартовая фаза закончена, да? Торговлю собираем. Торговлю собираем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, двадцать, два, двадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. У меня 19. Четыре, пять, шесть, семь. Блин, я, могу третьего управлять. Это ты спенди на это. Могу отлить воды кому-нибудь, если хочешь. Я тоже могу. Кому надо вода? Я могу. Настя, не надо. Мне одна надо. Тебе надо вода? Да, одной воды. А ты мне ресурс? За одну воду? За воду. А, это я тебе 8 ресурсов дам. Ты мне 8 торговли, я тебе ресурс. Все, я сам не перепутал. Ты хочешь мне дать одну воду? Залью потом. Долгу не буду. Ты понимаешь, что у меня сейчас торговли хоть жопы жмут? Вы серьезно? Ну, одну уберу, нужна одна. А я могу чистую фишку проходить? Нет, ну я же раньше прохожу. Так я раньше прохожу. Так, а что, мы же фазу торговли отливаем. Одну торговлю тут перекидываем. Благодарю. Так, у него на 3. Ну ты смотри, то что... Я как отлил... Фаза города. Да, фаза города Ромина. Так, смотрите, ребят, показываю магию. Значит, этот город у меня имеет 4, 5, 6, 7, 8, 9 производства. Плюс 2, 11. Плюс 2... 13 производства. Я трачу 3 торговли. Раз, два, три. Теперь у меня 15 производств в этом городе. И по свойству инженерного дела я строю здесь и рынок, и акведук. Да. Один раз показываю. За 12 производств. За 15. В сумме у меня 15 там. Ну они требуют 12. Нет, акведук требует 8, а рынок 7, в сумме 15. А, это уже апнуто эти? Да. Это в этом городе было. А в этих городах я буду делать, наверное, тоже магию. В этих городах я соберу шелк. И в том, и в другом. И сразу же их... Да, и сразу же их трачу, оба шелка. Чтобы получить монетку. Короче говоря, я заработал монетку на свое гончарное дело. А также я еще воспользовался благовониями по свойству денег и получил 3 культуры и сразу же ее потратил тоже. И продвинулся по треку на 1. А, кстати, я в взял карту. За Стоунхендж не взял. Да, возьми одну культуру. Сорян. Угу. Все, я закончил свой ход. Старт, моя фаза кончится. Фаза города вам не закончилась. Значит... Здесь я строю еще одну
Еще одну. Шлоп. Гавань? Да. Вообще гавань еще дофига. Да, гавань немного, но я так понимаю, что я вообще все выставлю. Так. Не, что долго. Так, надо посчитать. У нас 2 монетки. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. А, блин. Не хваталка? Не хваталка, не хваталка. Потрать. Так и с этим тоже не хваталка. Хотя, что нам сложилось? Почему не хваталка? Тебе же... Тебе что, по второму уровню можно взять? Нет, а это все как первого. Ну смотри, я могу проспендить 16. Да. То есть, это то есть я могу 5 производства, мне нужно 6. Мань, сколько тебе ходов нужно на победу? Где-то 15. 15? Конечно. Подожди, ты вход можешь собирать здесь 6. Что-то да? Ну он лувр себе. А, что здесь это? Я еще на нуле трека вообще. 7 можешь собирать в этом, в столице, да? Или в каждом городе? А за, для замка нужна металлургия, да? А, и здесь тоже будет считаться. А, ну здесь нет ресурсов. То есть здесь 7 можешь собирать, и здесь 4. 11 культуры вход может собирать сейчас. Монархия. 11 культуры вход. Ну это не то, чтобы очень много. Ладно, короче, я строю. Значит, в этом городе я построил, так? Значит, в этом городе я произвожу пехоту, улучшенную за 7. Перетусуйте там уже вверх пошли. И мне сразу одну, да? Или там просто они как-то лежат, одни вниз, другие вверх. Что, после пехоты, короче? Да. Или нет, нет. Ладно, я здесь я строю еще одну гавань. Всего 2 гавани осталось. Так тебе не надо пехоту? Ну, знаешь, пехоту. Ну, на мне пехоту взял. Так, теперь я. А ты, Дима, где что построил? В этом городе гавань? В этом городе я построил гавань, в этом я построил гавань, в этом я построил пехоту. Псих, зачем тебе столько гаваней? Так, ну я здесь, наверное, строю армию. Просто вам их не дают. А здесь да, строю да, кавалерию. Угу. Да, у него хватает. Понятно. Все. Что-то все стали прямо. Ваня. Стройся. Строим дом. Так, ну это тут жетон, 7 жетонов собираю. Я в этом городе забыл про спрятать. Пошла культурка. 7 культурки в одном городе. Ребята, да, я забыл проспендить, я... Сколько что? 3 культурки уже. 3 культуры и у меня... Да. Вроде каши, я не перенес... Юниты сейчас нет, на руках. Так, автор... Все первого уровня. Ну, что? Так, здесь, короче, да, я еще резаю, юзаю ресурс как 5 этих и меняю это на монету. А меняешь где? А. Через печатный присух. Ясно, понятно. Монету получил, Ваня. 6 культуры. И здесь просто добываю 5. Да, у него культур там дофига. Че, добываю 5 и пройдусь на 3 трека. Да. Это 9 нужно сбросить. Да, вот сбросил 9. Полетел, парень. 2 карточки великого человека. Сейчас сразу карточки гляну. Это сейчас индус использует механику культуры, так как на треке в начале идет 3 культуры, каждая клетка трека. И каждая клетка дает карточку культурную, но он не показывает нам. Ауч. Попал. Кто тебе попал? Он не показывает. А когда доходишь до этой клетки, то получаешь еще великого человека. Короче, я беру ауча. Поставлю его сюда. Не, на воду нельзя ставить. Можно? Нет. Нет. В смысле нет? Нельзя ставить. Я все свои 500 игр ставлю. Ну, это ты ошибался. Почему нельзя? Ну, нельзя. Кто правило такое? Нельзя. Да правило. Я могу сейчас еще поискать это правило. Нельзя. Серьезно, правило нельзя. Нельзя. Я тоже думаю. Ты же ставил друзья, мы стали топимы в океане. Сказали нельзя. Ты сам сказал нельзя и поставил сюда. В смысле? Почему? Сюда. Я не говорил никогда нельзя. Короче, Ваня, тебе говорю нельзя. Так а почему? Объясните, я не правило, просто... Так написано, что нельзя. Я читал все правила, никогда такого не видел. Хочешь, чтобы сейчас я зашел на чем? У меня правила будут эти на компе, это основных правил. Пускай нам ответит в комментариях, можно или нельзя. Давай, ну, короче, познавали, не Вань, давай не будем тянуть, сейчас нельзя. Ну мне просто как бы это важно вообще. Я понимаю, что тебе важно, но... И мне, например, было нормально сюда поставить генерала. Ставь на гору. Да, ну я сейчас сам загуглюсь. Так, что у тебя еще? Ты все... А, ты все сделал. Ну что, фаза похода? Да, фаза похода. Кто? Вообще, куда ходить? Непонятно. Непонятно. Давайте пока раз, два, три вот так сделаем.
всякий случай. Ни хрена себе на всякий случай, здрасте. Ты что, ну тут... Ты тут город будешь ставить или что? Что ты тянешь? У тебя же три города, зачем тебе он взять? Ну... Я его там просто держу. Ну, мне не нравится, что его там просто держишь. Ну, сейчас ты на него охотишься. Так. Не нравится. А этого я раз, два сделал. А что я, подожди, я же не могу блочить этим. Так, я по халды сделал, все. Я такой смешной. Все, все, все. У меня лимит соединений, короче, три, типа, места. А у тебя две карты, Ваня, да? Угу. И великий человек. Нападай на него. А что у него по этим? По этим у него ничего. А что по ресурсам? Ресурсы у тебя есть? Нету ресурсов. Но у него рыцаря. А, у него рыцаря? У меня пехота. Вот ресурс. Ладно, пускай пока живет. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ладно, сейчас, секундочку. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. А че сейчас ход первый твой? Ну, Ромин. Ну, Рома первый ходил. Раз, два, три. Я походил. А, нет, не еще. Ну, это у меня стоит на месте. Оно у меня будет нападать не на этого, пока... Слабоват я для нападения. Ну ладно, я вот так сделаю. Зачем тебе паровой двигатель? Ну, ты что, будешь кого-то насиловать? Блять, сейчас? Мы... У нас драчка идет. Как, кто на кого напал? Я, короче, типа вот использую свою хрень и могу еще один отряд создать. В смысле, что за хрень? А, построить один отряд. Он использовал карту культурную, чтобы построить один отряд до боя. Ты все равно что-то примерно пользоваться? Ну да, так у него всего три. Так, ты выкладываешь. Нет, покажи мне карту сначала. А, да. Да. Так, моего соперника. Рыцари 3-2 и лучники 3. Найс. А я обязан выкладывать, да? Не, ну, а, да, ты обязан. Ну, на тебя нападают. На кого нападают, тот первый выкладывает. Ну, он не всех убьет. Он есть. Это нормально, да? Да, если он напал и победит тебя. Он может делать, что хочет. В том числе убивать. Потому что ты на него напал, правда, не знаю, я правда не знаю, нафига он на меня нападает, что он хочет взять у меня. Торговый, скорее всего, стырит. Или культурку одну тебя заберет. Да. Культурка это самое, конечно. Ну давай, лучник. Лучник один. Так сам не знаю, что он напал, но... Ни у кого свод законов? А, есть свод законов. Ну что? А, подожди. Это ж я. У этой хрени... Хотя, блин. Ладно, можно я переставлю? Нет. Ну окей. Получается, что я его хочу убить тоже. Окей, у тебя минус две карточки. И это тоже уезжает. Дайцев у нас нет. Окей, будет так. Всадники и рыцарь 3. Ну, всадники 2, не против рыцаря. Ну вот тройкой насажу. Все равно убивает, да. Всех... У него 3-3-2, ну что? Да. Это моё, это живёт. Ошибка, что первую карту да, положил вот это двойку, не знаю, что это сделал. Не, ну обычно кто положит первую, ложит сразу слабого. Ну, если конечно, нету там какой-нибудь... Нет, так я первый ходил. Нет. А, ну. Серьёзный мэн. Ходит всех, мочит вообще. Культурный такой. Он мочит. В смысле, я вообще первый раз напал. Что ты берёшь? Я возьму у тебя 3 торговли. 3 торговли. 1, 2, 3. Ну, я не знаю, что мне делать. Меня а что ты скинул культуру? Это не твоя культура? Это да. Своими варварами 3. Леша, а что ты скинул культуру? Это не твоя была? Нет, ты ж не себе не дал. Не, он торговлю, нет, он торговлю нет, забрал. Торговлю. 3 торговли у тебя забрал. Что? Это Шванец ты выбрался. Человек слева. А, ну да, нет, ну же, ну это не очень. Вот это не очень правильно, что с самого начала. И мне, получается, эта хрень мешает расширить мою столицу. Вот, ну, да, тут просто тебе не повезло дико, что там 3-3-3 прилетело. Рома, ты походу. Так только я восстановил армию, чувак меня не успел. Теперь наука, да? Наука, ребят. Поехали, наука. Так. Я сейчас хотел взять феодализм, чтобы у меня прокачали 2 конника было, ну и все убились. Ладно, и все, я выбрал. Тоже был. Лантус 3. А, еще а, Леша. Леша, ты был? Ну, у меня был феодализм, но тебе придется заново что-то придумывать.
Да, амбар, где строится тут на равнину, да? Так, сюда три. Фантусы. Да, амбар только на равнинах. Печально, надо второго что-то брать. Как второго, это ж хорошо. Надо второго, правильно? Раз, вот. Ты можешь использовать, ну то есть как до этого, то что ты все производство используешь на один, там без разницы, вот 104 или по 10. А с этой штукой ты можешь разделить, если ты, например, 12, ты можешь построить 4 за 8. Ну давайте, наверное, это возьмем, такая штука. Инженер сделал хороший. И я смогу сразу вместо амбара акведук, но правда за 8 строить, да? Но на равнину. Все, открываемся. Открываемся. Скотоводство. Есть скотоводство? Нет, скотоводства нет. Три культуры еще. Так, смотрите, я открыл банковское дело теха третьего уровня, и у меня все мои рынки становятся банками. Тыц. Тыц. И тыц. И у меня теперь плюс 3 монеты. В фазе города надо было вот сюда 6 торговли положить. Ничего, это дохрена торговли. Возможно, было бы исполнение. Нужно больше монет. А, типа, нет монеты? Да, монеты не замечу. Положи вместо монеты лучше эту хрень, чтобы было понятно, что все это. Ну что, все скинули торговлю за покупку технологий? Да. Ваня не скинул. Ваня металлургию открыл. Да. Ну все, это, короче, культурная победа, ребят, идет. Так, ладно. Ну как он меня обогнал, идите с ним воюйте. Фаза старт. У меня вообще нет. Это у него лучники прокачаны, да? Так самое главное, что он будет сейчас любой ресурс менять на 7 культуры просто. За раз. Я понял. И за 5 еще любой ресурс. Так у него нет ресурсов. А где он? Ну, где он 12. Ресурсы, ну, в смысле, 2 ресурса. Да, а у него в городе есть благовоние, например. Свою фазу старта я изучаю обмен идеями. В фазе старта выберите соперника, бесплатно изучить любую технологию первого уровня. Я изучаю сход законов. У тебя, ты можешь изучить у меня какое-то. Ну, демократия единственное, что второго левела. Не можешь ее изучить. Навигация, скотоводство. Ну, вот эти вот. У тебя навигация и скотоводство только доступны. Я, наверное, агрикалчи. Не, она у тебя уже открыта. А, нет. Нет, не открыта. Так ты... Я в эту сторону уже. Ну, сколько я можешь. Ну, только не забирай у него, а свою возьми. Это обычное дело. Мы с тобой меняемся идеями, забирай твою технологию. Так, ладно. А почему ты два жетона не взял? Даже что мы культуры, вот эти технологии. Так. Так, сейчас, секунду. У греков ну, каждый раз, когда мы... Ну, в том, что я ее не исследую. У тебя сейчас старт? Исследуете или да, получаете старт. Технологии, вы так. Все равно получаете два... Ну ладно, тогда давай... Ну, еще две культуры. А там так написано? Культуры, да. И я меняю демократию. Ну мы так играли, вот видишь, типа, мне говорят, вот великого хера нельзя в воду ставить. Моя фаза старта. А ты почитал? Я же тебя попросил. Я не нашел. Республику? А в обычных правилах, типа, самые стандартные игровые правила. Не знаю. Офигенный план, классно походил, мне нравится. Не, что? В смысле? Как ты используешь республику? Ты можешь ни города не можешь основать, ни деревень на карте нет. Они должны быть загугли. Ничего страшного. Так, это моя фаза старта. В фазе старта я строю. В смысле? А, да, строю. Еще одного вот этого товарища. И в фазе старта я вроде бы все. Ты в фазе старта все. Да, в фазе старта я сделал все, что мог. Все, следующее. Я в фазе старта культуру за свою книжку получаю. По-моему, я в прошлой фазе старта получил. Получил. То есть у меня с тобой, конечно, только два хода хочешь сказать, да? Три. Ну, ты как-то наверное, построил, в первый ход его просто построил, поэтому ты не получал. А потом уже, типа, прошло два старта и получил две штуки. Три хода прошло, и вот, ну да. Ну все равно, видимо, у меня фаза старта, все. Так, я инви ищу. Так, инви ищу и все. У меня тоже все. Так, я тоже инви ищу в военный комплекс. Дайте мне еще одну такую. Спичечку. Так. И... Фаза старта может мне сменить уже стиль программы, по-моему. Так, две культурки мне не дали за этот. Говорили, не дали. Ладно, пока оставим монархию. Ой, в смысле, это. Не будем менять коммунизм. Пускай остается коммунизм. Все-таки пока что. Все, я закончил свой старт. Теперь фаза торговли, да? Фаза торговли. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать,
тоже 23. Мы, Дима, нормально денег так зарабатываем, да? Какие там чудеса есть, мне уже интересно. Что, полезное есть какое-нибудь? Ваня! А стоп, а верховая езда у тебя есть? Да. Слушай, давай я тебе дам шоу, и ты его не займешь на меня. Ну, то есть ты мне 6, дашь себе 9. Я тебе дам эту ресурс, ты не делаешь. Хорошо. 9? Да, ты получишь 9. Вот, держи это шоу. И займешь его сейчас, юзай. В фазе торговли, называется. Или нет? Нет, в фазе города? В фазе торговли, вроде бы. Нет, тут вот написано, трейд. Нет, именно сейчас, юзай его сейчас. Юзаю на меня. Значит, ну, юзаешь шелк. Он мне дал шелк, я не его. Понял. Себе 9, примерно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, уровень до четвертого. Ну, ты пишешь, может, сейчас на что-нибудь происходит. Ну что, вы торговлю закончили? Да. Походу, да. Ну тогда фаза города. Это моя. Давай, Дима. Городировать. Итак, смотрим и учимся. Так, сначала спендим 3 культурки. Так. Дайте мне культурную карту, продайте на один трек. Культурную карту тебе еще. Да. На трек тебе продвинут. Ты просто вообще. Так. Огненный. Окей. Так, значит так, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, плюс три, 14. Юзаю подарок издалека, как по скотоводству, плюс три, 17. Так, дропаю 9 культуры с 27 до 18. Здесь 20 производства. Я строю замок. За 20 производства. И что замок дает? Битва, все ваши отряды получают плюс 1 к силе. Ну, короче, военной победы идет, парень. Нет, так ему надо индусов выносить. Ну да. Так. А может убить американцев? Нет, просто... Я вас всех сейчас буду нажимать. И одного, и второго. Вы от меня никуда не денетесь. Так, открылось чудо, которое называется Панамский канал. Это современность. Ребят, Панамский канал открылся, современность. Так, если же мне насадят пацаны, то он просто победит. Что он дает? Монетку в начале каждой стартовой фазы. А что для него надо? С инженерным делом он стоит 20. Так, интересненько. Ты серьезно? Ты думаешь, ты успеешь? Так, фаза города. Подожди, не-не-не, у меня еще не все. Я только построил здесь чудо. Так, здесь я строю... Что я строю? А, я юзаю еще раз культурную трекку. Карту дропну, юзанул. Так, дайте мне еще одну карту и продвиньте на один. Рома, продвину тебя на один и карту еще дам, да? Панамский так. Канал, это очень-очень своевременно. Да. Так. И что мы сейчас делаем? Так, фаза города. Я уже проюзал. Так, значит, здесь построил, здесь я строю еще одну гавань. Здесь. Так. И... А здесь строю факторию. Здесь. Так. Фаза города у меня закончилась. Так, здесь я свойством египтянина оставлю факторию. И сразу закончится. Здесь инженерным делом я могу разделить, пусть... Да, производство, во-первых. Мастерскую? То есть у тебя 1, 2, 3, 4, 5, плюс 6, 11. Это мастерское производство. Плюс сначала мастерская 7 и товарищи. Это значит, у тебя 4. Это я не тут взял. А где мастерская? Вот они. Куда это? Да, у нас вот. Так, подожди, кавалерию, она у тебя за 5, да? Да. То есть у тебя было 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. За 7 ты построил, у тебя осталось 4. Ты можешь поспендить и такое. Да, точно. Ты идешь в магазин? Ты идешь. Мороженку. Про Валерию. Это Валерия. Мороженку. Все. Так, я закончил. Твоя фаза города, Ваня. Окей. Здесь добываю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь сраных жетонов.
Да. Ребята, можно я сейчас вкину на демократии? Я опять забыл. Он забыл демократию вкинуть. Разрешишь ему или нет? Уже второй раз. Дима, забываешь. Да тут, Рома, ты тоже забывал слово. Ну, ладно, вкинь. Короче, так, я вот за 8 жетонов, пока потрачу 8 жетонов, пройдусь по треку. Я, получается, на... Раз, два, три, четыре. На 4? А, у него по 2 за проход. А вот это что за местность? Это река, ты человек. А это что в лесах можно строить? Ничего особенного. Да, там ничего особенного. Ваня на 3 штуки пробежал? На 4. 4. Я взял. А сколько у тебя предел руки? Да, кстати. Сколько у тебя предел руки? У него плюс 1 и плюс 1. У тебя 4. Здесь раз, два, 3 и 4, 5 стоковые. Почему 5? А где? Здесь 2. Ну, 2 это 2. Нет, это 1, Ваня. Это 2. Это 1. Я говорил, первая инвестиция, она дает тебе просто карточку на руку. Ну. В смысле ничего, она дает карточку на руку. Вторая удешевляет продвижение. Да, и дает тоже карточку. Нет, нет, она продолжается. Это просто. Покажите то, что он Исай перевозил. Патч. А где это? Я не знаю, уже, наверное, не найти. Это, блин, чувак. Ладно, 5 так 5, все равно все 4 карты. Ну все, так, я взял 3 и взял вот великого хмыря. Великого хмыря? Это какой дед? Вот темно стало, да? Да. Отвалился. А, отвалился. Не, просто темновато становится. Ну блин, ничего не поделать. Светлее уже никак. А при какой-то лампе бывает? У меня есть настольная лампа, могу ее принести. Но где она? You may discard the card to save all of your killed units after a battle, returning them to your station. Ты опять генерала получил? Нет, это просто дед меня сейвит. Что, Дима? Она больше никогда с горючим светом. Так, сейчас фазу... Рома, фаза города. Фаза города, да? Закончишь, мы остановим. Да, хорошо. Подожди, ты закончил, Ваня? Сейчас, секунду, я нет еще. Сейчас буду ходить. Так, все, это так получается. Это этим городом я сходил. А, у меня 4 монетки, а не 5, потому что я потратил. Этим городом я сходил, значит, у меня еще 2 города. Два города. Окей. Давайте так. Здесь я добуду ресурс. Этот. Ну, кальян сразу заюзаю, получу 7. И вот за 3 воды. Раз, два, три. Схожу. Ты уже продвигаешься, да? На второй. На одну схожу. Ну, Ваня уже пошел дальше. И сколько у тебя остается культуры, ты получаешь? 4 остается. Вот я возьму 5, одну отдам. Ага. Ресурс слил, который потратил. И получаю одну карточку. Дима, нужно напрягать Ваню. А то он там растет и растет. От меня сейчас откидывается, он набрал кучу культуры. Все, ты закончил, Ваня? Мочи его. Пикинёр ряпнет, а у него пушкари. Говорит, мочи! Мочи. Давай. Сейчас вон вкинешь себе еще милитари. Мочи его просто. Ну, на этом ходу я не смогу. Ты как смысл? В смысле? Ну что, Вань, ты все? Я все. Наконец-то. Смотрите. Смотри, сейчас короче, чудостроитель современности вступает в бой. Этот город. 2, 4, 5, 7, 9, 11, плюс 2, плюс 2, 15. 15 промки. Я выкручиваю девятку своей торговли. Раз, два, три. Это же 25 было, значит, остается 16. На улице ливень пошел. Ну да. В общем, я выкрутил 9 торговли и добавил сюда плюс 6 производства. Итого здесь 21 сейчас. Панамский канал стоит 25, но у меня есть инженерное дело, поэтому здравствуй, Панамский канал. А я ее только сейчас включу. Тыц? Тыц. Так понятно, я ее включу в фазе города. Да, открывай новое чудо. Что это, Биг Бен? Да. Дай-ка посмотрю. Смотри, у пацана есть куча чудес. Да, Дима, я еще новое... Смотри, просто легчайший друг. Новое чудо появилось. Биг Бен. Что дает? Значит, Панамский канал что дает в начале старта? Буду получать одну монету. А Биг Бен дает в начале хода. Получите по одной единице каждого ресурса с рынка. И, конечно же, я его построю тоже. А сколько он стоит? Сейчас я посчитаю, сколько. Мне хватит в любом случае.
Значит так, здесь у меня в этом городе... Блин, даже пирамиды не хочу заменять. Ну, хватит. Сейчас, сейчас, ты, а где ты? А, Панамский канал. Панамский канал здесь. Раз, два, три, четыре, пять, плюс четыре, девять. Банкинг у меня есть, значит, мне нужно 20. Значит, нужно еще 11 промки, да? Угу. А, так, и еще... И проблема с этим промки. Ну, все, идеально, просто... 6. А, не, не хватит на вторую теху. Не хватит на вторую теху. Тогда может заменить пирамиду на... И что ты сидишь, Гоша? Пирамиды. Это ГГВП. Это изи монет. Каждый ход. Бесплатно. Так, секунду, все в порядке. Ладно, заменим пирамиды, спокойно. Короче. Я строю в этом городе. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять плюс я использую культурную карту, где она? Подарок издалека. Использую ее как пшеницу, это у меня плюс 7. Это у меня 16. Еще 4. Еще 4. Это 6 торговли. Да. А, ну все равно не хватает. Ну ладно. 6 торговли выкрутил. А, нет, так вот это же 4. 9, да, нет, мне не надо ничего выкручивать. Я же забыл, у меня плюс 2 и плюс 2. Просто хватило. Подожди, а где ты построил? В столице вместо пирамиды. А, я тебе отменяю городское действие. Да, я сбрасываю на городское действие. Шпионом. Отменяешь городское действие? Да. Да. И даже после того, как я потратил карту уже? Ну да, прикинь. Оно, ну так это не ресурсы емкое. Подожди, а чем ты отменяешь? Шпионом. Я этим, письменностью своей. Подожди, почему не ресурсы? Он какой-то ресурс сейчас восстанавливает. Ну тогда, но вся суть в том, что... Так я восстанавливаю свою карту тогда. Да, ты ресурсы получаешь, но тогда ты еще ничего делаешь. Да. В смысле ресурсы получать. Так я не получаю ресурсы, я использую карту как ресурс. Да, ну так в смысле карта остается. Карта остается? А, ну карта остается. Мы просто не строим бигмен. Ну ладно. Отменил. Жалко. Это значит, он с банковским делом получен, а теперь, просто... Вася, ты должен сделать свое грязное дело. Ладно, раз я не строю здесь бигмен, ты ничего здесь больше не строишь. Да, ты все уже сделал. Хорошо. Ну все. Не, ну я в этом городе собираю шелк в любом случае и получу, ну, скидываю два ресурса, чтобы получить монетку. Блин, что на улице делать? Ручки не делать. Херово. Че вы злые такие? Зачем вы со мной деретесь? Ваня. Все? Да, я все. Так, по-моему, все, да? Фаза похода. Блин, стоп, я еще не... Я построю. Ты первый вообще? А, извиняюсь. Фаза похода моя, да? Да. Ну ладно, я сейчас этим может быть бобо. Все нормально. Я ж убил его. Вообще просто легчайшая мишень. Нет. Тебе надо увезти хотя бы один город, Вася, иначе ГГ будет. Так у него сейчас армия есть, понимаешь? И что, она вообще ни разу не грейджная, просто ничем, у тебя все грейджено. Раз, два, три, четыре, пять. Битва. А ну как, выстрелили? Так подожди, а у тебя же милитари комплекс в единичку. Ну мы равны вообще по силе, ну ладно. Я боялся, что у тебя в два милитари комплекса. Ты забыл? А, ну серьезно. У него все войска апнуты. Ну, у него плюс один, к тому же у него рыцари, да? Что у тебя рыцари прокачаны? Вот, а охота прокачана. Неплохо. Найс погодка наша. Можете вот сюда выкладывать. Вылазит. Да, можно было. Всадники два. Всадники два, да? Да. Пехота 4. Была всадника 2. Пехота 3? Пехота 4. А, 4, 3, пособник 4. У тебя там скотоводство, да? Yep. Да, все очень грустно. Ладно. Копейщики 2. Отдельный фронт. Лучники 3. Убивают копейщики. Ой, плохо все. Лучники 2. Лучники 3. Пикинёва убивают 4. Да. Еще один чувак без армии. У тебя хоть развитие какое-то есть. Ну, сейчас я его, видимо, потеряю. Сейчас будет коленный город. Да, коленный город. Ну, я не успел армию собрать. 6, у него 10, так, боевой силы. Ну, что еще коленный город? У меня 4. Не успел одну монетку инвестировать, все было хорошо. 4, 10, 12. О, нет, это 15. До свидания, минус город.
Подожди, ну давай выставляем. 4, 4, 3. Здесь. Так ты показывай, как оно есть, что ты там делаешь. Ну, типа, крути. Ну, ладно, вот так. Настоящий. Вот. Здесь 4, 4, 3. 11 плюс 4, 15. Чёрт, ты же еще плюс один еще сверху. Ну, это уже плюс один. Да, это уже. Хер бы убрать. Так что изучай соответствующую технику. Да. Да, кстати, трофей, Рома, я у тебя забираю. Монетку. А ты два. Да, за фишку я у тебя. Монету забирают, да толку. А где она? Хотя... А, да, ты знаешь монету. Я не видел ее. Не скажу тебе. А? Да, за город это будет сета, скорее всего. У меня какая инженер или нет. А ты его не забираешь или у себя? Ну, я у себя копирую. Копирую. То есть забирать технологию нельзя, в принципе. Да. То есть можно только забирать. А все-таки ученые деградировали, забыли, как... Что там? Ну, Рома, ну, инженерное дело. Сейчас тебе. Ну, ты меня, конечно, мочишь, но вот он сидит и культуру фармит. Ну, короче, это в минус. Ну, я тебя поздравляю, да, конечно, ты меня остановил. Рома, не говори, что ты такой беспомощный и меняжечка вообще. Ну, ты же серьезно. Я добрый друг, Человек-паук. Добрый друг, Человек-паук. Рома, не тебе меня обманывать. Так я не... Что я тебя обманываю? Посмотри, пожалуйста. Ты решай, как город заходит. Ты мне говоришь, что меняжечка. К слову, я еще получаю на свод законов за победу. Монета деду. Просто чувак через три хода выигрывает, а ты меня убиваешь. Не через 3, а через 10. Да посмотрите, он каждый ход будет 12 культуры только с двух тех получать. Ну. А у него воды не хватит. Так а где, во-первых, где мне взять воды, во-вторых, где мне взять ресурсы? Ну, этот ресурс уже твой, как минимум. Вон тот ресурс тоже его, второй ресурс. Сейчас либо я забираю деревню, либо забираю его, я сейчас думаю. Ну пока воды еще через 7 провел. Убей его город, Дима. Но то, что у него сейчас... двое игнитов сейчас. Я твой город взял, Рома, потому что у него к тому же пушкари третьего левела. А у него нету не пушкари. Сейчас. У него нету пушкарей. А у него нету лучников? У него... Кавалерия осталась. Кавалерия второго. А, лучники у него третья. Кавалерия второго. У него одна... У него два юнита, да? Да, два юнита. У него точно одна кавалерия и, по-моему, один пехотинец. Я не помню. Там зеленые на 5. Не, ну ты один юнит ему точно убьешь. Он же первый выкладывает. Мочи их. Ладно. Его надо мочить сюда. Выберите, уничтожьте фишку, находящуюся в пределах 4 квадратов. Не по диагонали, это может прервать движение фишки. Ну вот я, собственно, на это и рассчитывал. Сейчас он еще и заберет эту. Да. Ничего не заберу назад, Педро. Ну ты уже не убежишь никуда. На другой конец карты это не поможет. Ну, нападай свой. Ну так что, все, или у тебя еще штаты, да? Да, еще ходы. А ты можешь этой напасть? Разве не можешь напасть? Этой нет. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, так, ну, мне, к сожалению, некуда идти. Ну, у меня есть, конечно, фишка, но у меня один юнит, и мне нападать бессмысленно. Так что моя фаза похода бездарно проходит. В остановке ходи. Фаза похода. Ну, там еще деревня какая-то. Ну, тогда это его ресурс. А, так, Ром, я же тебе тырю теху. Ну, ты. А что там еще, можно было? Можно было украсть культурную карту. И, по-моему... Ты, кстати, мог... Я еще пока ничего не украл. Монету украсть? Да, монету украсть. Сразу ее уже сбросил. Ну, так, кстати, у меня 3 монеты. Не знаю, зачем ты ее сбросил, лучше бы я украл. Ну, да, ладно. Или ты можешь взять все 6 воды, я например. Не 6, нет, нет. Может 6. Двойной бонус, типа. Нет. Да. Трофей второго левела, это 2 копии. Трофей второго левела. Копия тех, стил culture event, or steal 1 coin token. Но можно типа вместо трофея второго левела взять 2 первых. Мы забыли остановить. Это в патче. Давай. Там, где есть дополнительные победы, типа. Либо один трофей второго левела, либо 2 первых. Ну, это, конечно, здесь не написано. Ну ладно, допустим.
Ну, мне вот так вовле не нужна. Так ты можешь слить, чтобы он не изучил. Не изучил. Раз, два, зачем тебе это? Раз, ты меня ослабишь еще больше? 5, 6. Ну, в плане, куда у меня уже больше-то ослаблять, если ты меня сейчас чуть техи выбьешь. Я не смогу с ним бороться, он просто придет мой второй гвард. Стопудово. Подождите, а зимой сейчас не сможешь следующим ходом вообще захватить столицу? Не хватит. Может, на изи. Нет, Рома построит его инженерное дело, но сделает как минимум 4 дня. Как 4, расскажи, только 3, если максимум. Так же, как ты чудеса строил по 15, по 20 штук. У меня 2 города, как я? Ну, 3 только. Все инженерное дело. Ну, это всего 3. С инженерным делом. Раз в раунд расходы производства города можете разделить на 3 максимум. Только один раз, только в одном городе Нет, я город сейчас взял относительно с небольшим преимуществом. Типа. Ну, в столицу вот просто так зайти, это типа, ну, удачи. Так что, он просто убьет моего юнита здесь опять, не без потерь, и я без армии буду сидеть все равно. То есть, как бы. Так, тебе не армия нужна, тебе сейчас. Если ты можешь меня дефицит, тебе нужны юниты, а не армии. Ну, в смысле, юниты. Ты приходишь, убиваешь здесь моих юнитов, и все, и до свидания, столица. Так ты же хочешь первым. Охренеть, я хожу на 3, а ты на 5. А, ну тогда типа. Куда я сбежу от тебя? Сбегу. Никуда. Ладно, моя фаза походу закончилась. Сейчас, я так понимаю, все. Фаза походу закончилась. Так ты первый ходил и так. Нет, ты ходил первый. Ты ходил первый. Как это? Ты первый ходил, на всех напал, всем убил. Давай тогда лисицу. Ты первый ходил, ты на город напал. Ты первый ходил сейчас. Дешевенько. А, стоп, Ваня. Кстати, а где фишка вообще? Вот она. За 12. Сейчас мой поход, это последний поход. Да, поход последний, точно. Ну не знаю, пойду туда, что делать. Раз, на троих разводах. А ты по воде не можешь ходить? Нет. Ну все, ну, фаза, меня догоняет. Фаза исследования. Сошлись. Лисица. Блин, я ж уже выбрал. А, я для себя выбрал уже. Я выбрал. Что сейчас строится? Изучение? Банковское дело. Банковское дело, это третье, да? Я выбрал. Ты вот же, такое вот делаешь. Ну, ты сделай. Ну, ладно. Так, в смысле, а ты видишь, у меня ресурс хоть один? А ты у меня видишь хоть один? Ну, так видишь, что как ты... Ну, изи 2 добываешь, изи убиваешь. У меня здесь нет ресурсов. Сверху? Нет, сверху. Сфокусируем. И подожди, это тех какого уровня? Третьего. А где я могу изучить сейчас третий уровень, скажи? И даже если так, что это изменит? Ну, убью я его, и что дальше? Что это вот человек может помочь тебе. Вот человек может помочь. Но я тоже не могу. Нет, есть просто конкретная технология. Ты убил у меня армию. И говорит, он не может помочь. Нет, давай. В смысле, просто он, мы, ну, все мы проиграем в следующем ходу. Армия. Какая? Две? Это не жалко проиграть, ну, понимаешь. Так не в этом суть. Суть в том, что игра командная. Суть в том, что ты убил меня армию. Так вообще. И что? Это часть игры. Да. Ну. А игра командная. Часть игры, теперь вот смотри, чувак без армии сидит и думает, нафига мне кому-то помогать. Пускай Дима выигрывает. Дима мне ничего плохого не делал. Ну, Дима нормально выигрывает, понимаете, когда все грызутся, он сидит и потом идет и убивает. На ровном месте напал, он ни ресурсов. Так а что мне смотреть? Ничего. Ну, вообще, вообще непонятно, зачем ты это сделал. Ну, в плане, просто агрессивный акт ради его, ради самого. Тебе он плохо не сделал, себе только торговлю получил. Он меня расстроил, когда сказал, что мы с ним плохо поменялись. Нифига себе. А, ну отлично. Хорошо. Ладно, ребята, вы выбрали тех. Я выбрал. Все выбрали тех. Сейчас говорит, ты можешь помочь сейчас. Мне не проиграть, говорит. Я выбрал, да. Все выбрали, Ваня. Да, да. Сейчас будут ходить первые. Фаза старта будет Лешина. Ну и... То есть я как последний. Хотя... Ну, да, давай. Ну, капец, он сейчас инвестит, короче. Да? Тебе поможет. Чё, ну, взял, отошел куда-то с временем. Вместо того, чтобы напрягать с другой стороны грека, взял, говорит, я отойду. Да, и сейчас ты не доходишь. Человек, единственная какая-то прокачанная армия из всех нас. Мне он специально убил всю армию, я мог бы прокачать хотя бы в рыцарь, он меня убил. Ваня, ты увидишь карты, Ваня, увидишь карты. Он говорит, помогай, давай, иди, помогай. Ты же можешь, помогай мне. Ты же можешь, говорит, это же командная игра. Все, поехали, раз, два, три. Все, раз, два, три, рыцарство. Урушение. Железная дорога. Значит так, сколько рыцарства у кого?
Здесь рыцарства нету, у Ромы рыцарства нету, рыцарства у себя, значит, я две калчеры. Так, а я апаю, как я понимаю, мастерские, да? Да. Две калчера получил. Я правильно мастерские апаю? Да, 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 да. Железную дорогу построил, в общем, опущиваться будет. И здесь просто брать жетон 7 и с этого всего ввести. И не знаю. Что у меня эти техи, чтобы я мог сейчас основать. Сейчас сразу все основать. Так, у меня сохраняется 3 монеты. Ну и сразу же, потом так, здесь будет место, уже тоже не у меня останется 2 троечки. Ну что ж, на этом пока все. Буду стараться монтировать следующую серию как можно быстрее, но, как вы понимаете, вдохновение зависит от ваших отзывов, комментариев и лайков, потому что действительно с этой игрой работы очень-очень много. Тем не менее, играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.